Всех приветствую. Начинаю обзор схем подключения двухклавишного выключателя и четырехпроводного датчика движения из Китая. Ну, типа AD01R1. Наверное, многие видели. Итак, схема состоит из двухклавишного выключателя, который под розетники стоит, ну, обычно на стене. И, соответственно, возле светильника монтируется этот датчик движения. Проводка должна быть на выключателе из трех проводов. Один в одной фазной и два исходящих. Итак, самое опасное в этой схеме вы можете устроить при неправильном подключении короткое замыкание. Я сразу предупреждаю. То есть делать очень надо осторожно. Ну, в принципе, если вы сделаете все осторожно, то можете, соответственно, она у вас будет работать. Итак, схема она совместима с любыми лампами. Абсолютно. Обладает возможностью, ну вот я эту лампу светодиодную возьму, обладает возможностью включения левой клавиши выключателя для датчика движения. И правая клавиша выключателя служит для принудительного включения лампочки в обход датчика движения. Все это работает независимо. Даже при выключенной клавише выключателя, но включим правой клавишей, у нас будет гореть свет. И, соответственно, при отключенном правой клавиши и левой включенной у нас будет работать датчик движения. При отключенных обоих клавиш у нас ничего не будет работать. Итак, что надо сделать? Надо определить концы. Так, здесь написано буква R, это red, это красный, B, это black, это черный. W1 это первый белый провод, W2 второй белый провод. Как их определить? Здесь написано, что W1 звониться должен быть с черным проводом. Что и мы сейчас посмотрим. Так, берем мультиметр и ставим в режим прозвонки. Итак, берем черный провод и вызваним его вот. Получается, W1 это вот этот провод. Вот провод этот. Это, соответственно, W1. W2 это второй провод. То есть красный и W2 вот эти вот. Это вот и есть вот. А это у нас перемычка. B и W1. То есть черный и белый, вот это так. То есть черный и белый подключаются вот сюда. А красный и белый W2 подключаются вот сюда. Ну, давайте собирать. Так, достаю я клеммики Вага. И будем собирать. Так. Начинаем. Так, вот это двухклавишный выключатель, вот, смотрите. Так, теперь это у нас шнур питания. Я соединяю ее с центральной клеммой выключателя. Раз, и центральная клемма выключателя. Поэтому будьте особо осторожны, собирая эту схему. Пальнуть проще простого. Бабах получить. Так. В общем, это соединили, как видите, шнур питания. Далее смотрим. Теперь левая клавиша подключаем к красному выключателю. Вот она, по схеме. Не к черному. Red красный, вот она. R это красная. Так. Так, подключили. Вот она. Так, теперь, соответственно, вторая. Вот это W2, вот этот, который не звонится с черным. W2. Подключаем. Соответственно, к лампочке. Сейчас лампочку я достану. Так, и вторую
клавиша выключателя правая, в данном случае правое принудительное включение света, и еще к лампочке. Сейчас я патрон достану. Так, вот он. Так, вот. Так, теперь B подключаем мы к нулю. Вот этот черный. Так, подключили. Черный. И, соответственно, второй провод лампочки подключаем W1. Все. И вкручиваем лампочку. Лампочка может быть любой. Время сборки составило 2 минуты. Так, проверим обязательно схему. Так, этот провод должен звониться с черным. Да, звонится с черным, значит, подсоединили правильно. То есть W2 это справа, W1 это вот слева. Вот это вот. Давайте включим конструкцию. Так, включаем мы конструкцию. Ну, работает. Правая клавиша, видите, во вход датчика движения. Сейчас включается у нас датчик движения. 3 раза щелкнул. Ну, сейчас светло, поэтому, ну, давайте. Вот у нас, если выключить его. Можно 2 клавиши включить, то будет принудительно свет включаться. В общем, такая схема простая. Так, ну, давайте посмотрим, будет работать он. Все четко. Все работает. Надо принудительно включить. Пожалуйста, горит лампа. До тех пор, пока не выключите. В общем, простая схема подключения. Ну, 3 щелчка характерны, это для таких датчиков движения. Поэтому не все так щелкают. Вот все. Так, предупреждаю, что при ошибке подключения датчика движения возможно бабах. Это очень довольно опасно подключать. Если не уверен, лучше не собирайтесь. Тут запросто может совершить ошибку, чтобы это шарахнуть может. Но если уж не уверен, тогда уж можете в разы включить фазы лампочку накаливания. Для чего? Для того, чтобы в случае, если какой-то экстренный случай, она просто загорится и, ну, не шарахнет. В разрыв фазного провода, вот если что, лампочку накаливания 100 ватт, если у вас светодиодка используется в качестве в разрыв, если включаете лампу накаливания, если боитесь собирать для начала, если все будет нормально работать, тогда, соответственно, собирайте схему. Если что-то неправильное при включении выключателя, у вас она лампа загорится. В разрыв включайте лампу накаливания, то не уверен, для перестраховки, если не уверены.
в разрыв для первоначального включения, подключения. Это мой совет. Если в случае ошибки ваша, лампа загорится, но короткого замыкания не будет. Если кто хочет, вот, просто в разрыв фазного провода подключайте лампу накаливания. Мощность 100 Вт, допустим, все. Ну, светодиодная лампа качественной нагрузки должна быть. Иначе, если лампу накаливания поставить, она может просесть. Все, в общем, комментарии излишние. Итак, давайте пробежимся по схеме. Ну, я выключу. Все это работает. Так. Давайте посмотрим. Вот схема. B это черный. Включение AD01R. W1 это белый, а первый white. W2 это второй провод белый. Red это красный. Вот. Ну давайте посмотрим. Вот у нас идет сначала фазной проводник. Вот он. Который подключается центральный клеммный выключатель двухклавишный. Вот она идет. Ну вот, вот это вот идет. Дальше идут, соответственно, левая клавиша идет, соответственно, вот черный провод идет, подключен к красному, вот она, левая клавиша подключена к красному проводу датчика движения, AD01R1. Вот так. Дальше. Черный провод. Черный провод это у нас подключен, соответственно, другой провод. Вот он, черный провод. К нулю подключен. Ну, к нулевому так обычно. Ну, может, к другому, то есть шнур выводу питания. Дальше. W1 это вот этот. Он звонится с черным. Вот. Звонится он с черным. Это перемычка стоит. Если вы разберете датчик движения, увидите, что она стоит, они стоят это в одной точке запаяны. Он подключен к лампочке, вот он, W1. Больше ничего не подключается. А вот W2, помимо лампочки, еще подключается, соответственно, правая клавиша, правый вывод, вот она, двухклавишного выключателя. Вот так. В общем, понятно все. Ну, если могу приблизить, кому интересно. В общем, так вот, таким образом. Но смотрите, если не уверены, тогда включите сюда лампу накаливания в разрыв фазного провода мощностью 100 Вт. Если в случае ваша ошибка, если вы включите выключатель, у вас просто не будет короткого замыкания, а просто лампа загорится в полный накал. Это мой совет, иначе при путании вот этих даже проводов выходных, вы можете просто получить короткое замыкание. В общем, это мое предупреждение. Ну, в общем, у меня все. Всем всего доброго. Ждите новых видео. До новых встреч. В общем, эта схема в полном, соответственно, формате. В общем, все у меня.